погоду. У Сергея, конечно. Это даже не важно, какой вопрос, просто надо отбить. Сергей, дружны ли вы с зеленым змеем? До сих пор это было моей интимной. Ну сегодня правильно становится. Мы позовем Жанна. Завершающий вопрос с юбиляром. Я не знаю, что там. А, ну все, раз уже все. Ты Не читай вслух. Не показывай мне. Я не знаю, что там. Да. А ты вытягивай тут. Нет, вы можете выбрать любого сейчас, любого. А вот сколько не хочется. Да, не хочет, а нам все время хочет. Давайте. Не хочет, нам все время хочет. Хорошо. Давайте так, я отвечу за супругу. Ну давайте вы задаете вопрос, и поэтому мы закинем. А, вот это вот. Сестричка, считай. Нет, ты читай. Не верь. Способную на пол. Скажите, здесь есть человек, которому отмывался, сказать да? Нет, здесь есть человек, из-за которого я не могу сказать да. Из-за которого я не могу сказать да. Это ваша вопрос. Тем временем, насколько я знаю, Светлана готова стихи. Правильно? Я. И мы вам вопросим. Это что будет за песня? По поводу. Просит Мария Петровна. Чтобы мы все отправили в танцевальную программу. Весело с огоньком. Как вы умеете душевно. А, Свету надо отправить. Свету давайте отправим. По плюсу или по боячу? Там плюс есть. А, хорошо, давай туда поменяем. Хорошо, друзья, мы говорим подарок. Да, всегда мы здесь. Да, это важно. Ир, мы просим подписывать. А это не Ну что, и ты утина, я утина, Друзья, наполняем наши бокальчики, это будет разрешающий тост перед темой танцевальной программы, но предварить танцевальную программу, прекрасный голос очаровательной сестры нашего дорогого юбиляра. Что эта песня прозвучит там, мы сказать пока не можем, но вот так. Мы его лишь видели, а у нас лучше обозвали. Вот, вот. Горс, налить его, да, правда, нет, чтобы не пить, это фокусировать. Я пью. Друзья, вот только что Светлана подошла к маэстро и спросила, а сможете ли подобрать такую-то песню прямо на ходу? Это очень сложно, но для двух мастеров нет ничего невозможного. Ну что, Светлана, Игорь, вы готовы? Или нужно немножко подождать? Еще немножко нужно подождать. Тем временем мы поднимем тост. Кто из нашего коллектива еще не поздравлял дорогого Сергея? Уважаемые друзья, хочу увидеть вес рук, хотя бы, ну не вес, но хотя бы, я вот тоже хочу сказать, что это будет запас. Сергею бурные аплодисменты, дорогие друзья, поддержим, пожалуйста. Напомни пока, пожалуйста. Сережа. Я хочу тебе поздравить. Да, я вот не работаю. Это много. Да! Хочу пожелать себе. Самое главное здоровье. Остальное все будет. Если захотите. А здоровье, как говорится, я деньги не знаешь. Так что берите здоровье, нервы и все остальное. Спасибо. Замечательный тёсье. Между прочим, вы находитесь между двумя Сергеями. Можно с разных сторон смотреть. Можно так, а можно и вот так. Поэтому, друзья, вот два Сергея позволяют нам загадать желание. Это здорово. Поэтому прошу всех поднять бокальчики, осушить их. И надеюсь, что ваши желания сбудутся. Ну а как минимум одно желание сбудется у всех нас точно. Потому что все мы желаем услышать
прекрасный голос очаровательной сестры нашего дорогого Емельяна Светланы. И расстоится через несколько секунд. Поехали. Едем. Итак, ваши аплодисменты. Светлана поет для Сергея, поет для вас. Танцевальную программу. Друзья, поехали!